Всем привет, на связи Федор Васильев, и в этом обзоре я хочу вам рассказать об уникальном плагине Muse X Press. Каждый пользователь программы Adobe Muse, создав лендинг на нем, изучив эту программу изнутри, приходил к мысли, как было бы замечательно иметь КМС прямо в Muse, да, чтобы мы имели возможность входа в админку и иметь манипуляцию, там, например, публикация статей, страниц, редактирование страниц через систему управления сайтом, то есть КМС, а не каждый раз возвращаться в программу Adobe Muse на компьютере и редактировать сайт, если это нужно. А представьте, если можно было совместить созданный нами такой дизайн, такой шаблон, как мы это видим, как мы это хотим, как нам это нравится, и этот шаблон натянуть на популярный всеми любимый движок КМС WordPress. Теперь это возможно с помощью плагина Muse X Press. Как это работает? Нужно пройти всего 4 шага. Первое. Установить движок WordPress на хостинг. После установить плагин Muse X Press на КМС WordPress. Создать шаблон Adobe Muse со всеми страницами, со всем дизайном на Adobe Muse и через FTP загрузить на хостинг. Пройти в админку WordPress, пройти в плагин Muse X Press и конвертировать страницы, преобразовав их на движок WordPress. Звучит достаточно просто, но нужно разобраться. Если вам эта тема интересна и вы хотите, чтобы я записал об этом видеокурс, тогда проголосуйте за это. Если я увижу, что действительно вам эта тема интересна, я буду записывать пошаговый видеокурс для начинающих. Как проголосовать? Под этим роликом в описании пройдите, нажмите здесь «Еще», и вот здесь есть ссылка на группу ВК. Кликните по ссылке, вас перебросит на мою группу. Авторизуйтесь в своем профиле социальной сети ВКонтакте, пройдите чуть ниже, и вот здесь вот я создал обучающие курсы по WordPress опрос. Кликайте, и здесь будет два варианта, за что вы сможете проголосовать. Видеокурс по Muse X Press, это первый. Или же вы хотите изучить Visual Composer, конструктор страниц для WordPress. Оставьте свой голос. Тот инструмент, который наберет больше всего голосов, на него я и буду записывать видеокурс в 2018 году. На этом видео я заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.